И в продолжении темы. В Тверской области прошел федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральной площадкой стала Тверь. Также мероприятия по трудоустройству прошли в районах области. Всего около 200 работодателей представили более 5000 вакансий. В областной столице с работодателями и соискателями пообщалась Наталья Чекит. Выбор вакансий на ярмарке обширен. На главной площадке мероприятия в ДК «Химволокно» участникам было предложено более 2300 вакансий на ведущих предприятиях областного центра. Нам нужны рабочие. Это токаря, фрезеровщики, шлифовщики очень нужны. Инженерный состав тоже нужен, не только рабочие. Вот ко мне в отдел тоже нужны инженеры-технологи. Вот, конструктора нужны. То есть не только рабочий состав, но и состав ИТР тоже требуется. Мы участвуем здесь первый раз и очень хотим привлечь новых сотрудников для работы в нашем питомнике. Нам необходимы сотрудники зеленого хозяйства, агрономы и электрики. Для соискателей ярмарка вакансий – это возможность сразу пройти собеседование в нескольких компаниях, ознакомиться с условиями работы. А эксперты службы занятости помогали составить резюме и консультировали по вопросам прохождения обучения по востребованным профессиям. Здесь предусмотрены возможности диалога с представителями кадровых служб, ведущих предприятий. Потому что здесь предусмотрено не только рассмотрение вакансий, но и различные комплексы мероприятий, которые позволяют провести профориентацию, они позволяют сделать мастер-класс, провести диалог, тренинг. Мероприятие интересно не только взрослым соискателям, но и молодежи. Вакансии по трудоустройству были представлены как для опытных, так и для начинающих специалистов. В этом месте очень много организаций по разным специальностям, и тут каждый студент может найти что-то в своем направлении и пойти на удобное для него предприятие. Это второй этап федеральной всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Первый, региональный, прошел в Твери в апреле, где более 300 жителей Верхневолжья нашли новую работу. Это мероприятие показало, что оно является достаточно значимым с точки зрения возможности взаимодействия работодателей и соискателей, различных категорий соискателей, включая и работающих, неработающих, подрастающих поколений. Поэтому это дает возможность и некоторую такую соревновательность между представленными здесь предприятиями, организациями с точки зрения научиться показать себя. Создание возможностей трудоустройства для жителей Тверской области через открытие новых рабочих мест, реализацию программ переобучения и повышения уровня квалификации – одно из приоритетных направлений, обозначенных губернатором Игорем Руденей.